Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы поиграем вот такую вот замечательную игру под названием Cats. Так, ну что ж, давайте. Так, нам тут дядя подарил автомобиль на день рождения, так что давайте его соберем и, собственно, начнем кататься. Юрий, нажмите, чтобы... Твоя задача, как инженера, построить лучшую боевую машину. А мы же не построили, посмотрите, какая у него. У него с пилой. Пила меня сейчас распилит. А нет, у меня есть ракеты. Я его ракетами застреляю. Все, ребята, мы его уничтожили. Ура! Он с парашютом выпрыгнул. Так, твоя машина победила. Отличное начало карьеры. Забирай свой первый ящик с деталями. Они тебе очень пригодятся. Отлично, забираем ящичек с собой. Так. Ящики с деталями хорошо запечатаны. И на них открыть нужно время. Хорошо, понял. Так, начать. Но с хорошими инструментами можно ускорить открытие. В этот раз возьму расходы на себя. Открыть бесплатно. Так, обычный ящик. Нажмите, чтобы открыть. Так, валун. Отлично, ребята. Скутер, импульс, проныра. Собрать награду. Все, отлично, ребята. Мы... Отличный улов. Продолжай побеждать в быстрых боях. Так, ну короче, что? Нам нужно... Мы можем новую машину поставить. Мы можем поставить на нее валун. И вот такую штучку можем поставить. И... Нет, все. Походу все. Ну давайте... Ого, ребята, смотрите, какую штуку мы можем придумать. Мы можем вот так вот. Потом валун. И... импульс. Ну что ж, готовы? Подожди, у меня есть еще кое-что для тебя. Возьми эту наклейку, она сделает твою машину особенной. Какую? О, смотрите, ребята, я хочу косточку. Косточка, косточка, так. Все, отлично. Все, ребята, отлично. Выглядит отлично. Жду не дождусь увидеть твою новую машину в бою. Так, ну что ж, дорогие друзья. Быстрый бой, давайте все-таки перейдем в лобби, там где ездить, и начнем кататься. Нажмите, чтобы посмотреть. Так, серия побед первая. Нажмите, чтобы посмотреть. Так, ну что ж. У меня машина без колес, ребята. Я сделал себе машину без колес, я забыл про колеса. А что же делать? Ай-яй-яй-яй-яй. Поражение. Ребята, я проиграл и катапультировался с парашютом. Так, а я ж... Так, редактировать. Колеса вот мы не вставили. Это самое главное, что нам надо. Это колеса. И мы еще можем вставить пилу сюда. Ну что ж, ребята, поехали в бой. 3, 2, 1, пошел, пошел. А что у меня такая пила короткая-то, ребята? Распилим, распилим своего соперника. Вот это у меня точило, такая крутая. Посмотрите, какая у него наклейка, рыбка. Ха-ха-ха. Да, ребята, победили. Победа, победа, отлично. Отличненько. Так, хочешь попасть в телевизор и сразу в финале? Я записал для себя первый чемпионат. Так, чемпионат. Ну что ж, ребята, этап первый. Давайте пойдем на чемпионат. Так, тебе нужно будет одержать победу в 23 этапах, чтобы дойти до финала. Ну что ж, давайте начнем проходить эту замечательную игру. Также хочу сказать, ребята, что эту игру мне только что посоветовал один из моих подписчиков. Так что передаю тебе привет. Так, ну что ж, ребята, давайте в бой, все-таки в бой. И посмотрим. А, он в тазике, он в тазике. А, мы же не можем его пилить, и он нас тупо бьет. Мы не можем его пилить. Воу-воу-воу. Ахахаха, мы его уничтожили, потому что его прижала стенка очень близко. Бой 2, ребята, он нас распилит. Все, он нас распилил. Ух ты, бой 3, ребята, мы должны обязательно распилить его. А он ракеты, смотрите, он перевернулся и ракетами стреляет в воздух. Мимо, да, ребята.
Побед 2. Так, B4. Против вот этой машины мы ее просто задавим, просверлим со всех сторон. Вот это крутая игра. Я не думал, что есть такие крутые игры. Отлично, отлично, ребята, результаты, мы победили, круто. Так, поздравляю с победой в первом этапе чемпионата. Ну что ж, отлично, ребята, мы попали на телевизор, и в первом этапе мы уже победили. Ну что ж, давайте пройдем дальше. И открыли второй уровень. Так, вы разблокировали более мощные детали. Отлично, выберите одну из следующих наклеек. О, хочу ракету. Нажмите, чтобы открыть супер ящик. Дрель. Ребята, мы разблокировали две. Дрель, жало, титан, циркуляр, кукомера. Короче, куча всего у нас есть. Улучшений есть. Так, собрать награду. Так, отлично. Отличненько. Ты наверняка хочешь попробовать свои силы в новом этапе. Но давай сначала улучшим твою машину. Ты можешь улучшить свои любимые детали, вливая в них ненужные. А ну давай посмотрим на что. Так, редактировать. Так, ну вот я вижу, вот я хочу вот такой автомобиль. Так, что у меня есть тут из деталей? Я хочу вот... Что? Потом влей дорогую дрель. А, улучшили дрель. Все, я понял. Впрочем, продолжать. Все. Теперь я понял, как улучшаются детали. Не. Ребята. Давайте возьмем вот такую тачку. Давайте подцепим на нее колеса. Подцепим на нее дрель. Подцепим на нее вот эту штуку. В принципе, все. А, там где-то еще наклейка должна быть новая. О, вот дрель. Длинная дрель, ребят. Бензопила! Я хочу бензопилу. Все, у нас есть бензопила. Отлично. Все, теперь я хочу в бой. Я вижу, ты получил свою первую супермедаль. Неплохо. Так, ну что ж. Давайте на чемпионат, ребята. Давайте на чемпионат. Перетащите детали на кон. Какие детали-то? А, вот. А, детали. Хорошо, давайте детали. Все. Так. Вторую. Нет, первую. Так, все. Так, это у нас что такое вообще было? Так, давайте на чемпионат вернемся, потому что эти ставки я не хочу. Ну что ж, этап 2. Сразитесь против всех игроков с нашей группы за один за другим. Ну что ж, ребята, мы от... О, давай, бензопила, пили. Он ракетами стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой, застрелил меня ракетами. Ай-яй-яй. Так, давайте второго распилим. А что это у второго кусок только деревяшки? Че он не стреляет-то? Ребята... Он проиграл. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Проиграл. О, меня распиливает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы его распиливаем. Эх, да что ж такое-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перевернул. Ребята, перевернул меня валуном. Да что ж такое? Куда же это годится-то? Мой автомобиль не такой уж и хороший, как я предполагал. Я думал, он намного круче. А он, оказывается, вообще... Бензопила никудышная, нужно ракете вставлять. Все, ребята. Так, ну что ж, может хоть в этом бою мы выиграем. Или все. Я так понял, что все. Так. Давай газу. Фу, хоть один бой мы выбрали, ребята. Две победы у нас за нами пока что. Так, давайте. Ой, он нас распилит. Так, девятый бой пошел. Мы должны первые его распилить. Давай. Да, ребята, мы его распилили первыми. Давай, пока он ракетами нас
сейчас застрелить, но мы должны его перепилить. Давай перепилим. Да, ребята, 4 победы у нас. Уже бой 11, у нас только 4 победы, ребята. Давайте, пока валун едет, давай. Да. Отличненько выиграли. Так, этот трактор, что он сразу перевернулся-то? Он сейчас перевернется, наверное, будет меня стрелять. А нет, мы его уничтожим. Отлично, ребята, у нас уже 5 побед. Давай. Так, против валуна мы, смотри, какая сила. Твой валун маленький не достает. Отличненько победили. Распилим сейчас от тебя. Ох, у него такая наклейка крутая. Хочу себе такую позже купить, ребятки, наклеечку. Так, результаты. Выиграно в бою 8. Окей. Отлично. Защита в чемпионате. Успешных защит 9. Отличненько, ребята. Отличненько. Битва против всех. Сразитесь против всех. Отлично. Так, ну что ж, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Перепилим. Давай. Ай, да что ж такое-то? Проиграли. Ну, у этого же должны-то выиграть. И опять у этого проиграем-то. Да что ж такое, давай голосуем. Давай хоть этого-то уничтожим. Он сейчас нас перевернет. Ай-яй-яй, нам нужно улучшать перед этим боем. Новую машину нам нужно немножко улучшить ее, потому что она уже немножко не годится для этого дела. Так что, в принципе, нам нужно ее улучшать, ребята. Мы третий чемпионат проиграем. А можете выиграть? Смотрите. Куда ж ты заехал, колесо? Машинка чуть-чуть уже не годится никуда. Такой бой мне не нравится. Ну ничего. В следующий раз мы обязательно улучшим наш автомобиль и будем сражаться и резать все автомобили. Седьмой бой, давай, пошел. Ай, колесо распиливает мое колесо. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ребятушки. А, он еще и проиграл. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, а что этого? Распилим. О, давай. О, ребята, да. У нас 2 победы уже есть за нами. Давай, пили. У нас мощнее бензопила. Давай. Да, ребятки. У нас уже 3 победы, ребята. Ничего себе. Я думал, мы вообще из 10 боев 3 победы. Это не так и плохо. Смотрите, у нас 4-я победа сейчас. Еще чуть-чуть. Ой-ой-ой, давай. Да. Отлично. Так, и тебя сейчас. Что это за корабль у него? Это не машинка, а какой-то корабль. Не позорься с ним. У меня вот это автомобиль. Ой-ой-ой, давай. Пошел бой. Да, ребята, я уже 5 побед. У меня уже 6 побед, ребята. Вот это я понимаю, пошла игра. Вот это я понимаю, пошел азарт. Пошел. О, у меня уже 7 побед, ребята. О, давай. Пили. Давай. Да, ребята, у нас уже 8 побед. Мы уже, ох-охо, выиграно боев 8. Отлично, это просто не может не радовать. Круто, защита в чемпионате 38. Отлично просто, отлично, ребята. Так, карта. Но мы еще не открыли. Нам нужно улучшать свой автомобиль для того, чтобы открыть вот этот третий. Чтобы добраться до третьего чемпионата, нам нужно улучшить свой автомобиль. И, в принципе, можно уже будет ехать потихонечку, выигрывать у других. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Будем в следующем выпуске улучшать свои автомобили и проходить уровни дальше. Вы были на канале Вечное Детство. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх, напишите комментарий. До встречи!